Так, всем привет-привет, друзья. Заказала стекло на Вайлдберрисе. Медицинское. Очень толстое. Правда, не знаю, сколько миллиметров. Ну, короче, хорошее. Сейчас с вами будем его клеить. Так, ну, вот так. Давай, показывай. Вот так это все происходит. Блядь, где смеяться-то? Распаковываем это все дело. Первый раз его заказала. Посоветовал один перекуп. Он, правда, их заказывает где-то. Где он заказывает? Казань Экспресс, что ли? А, ну-ну. Казань Экспресс. Ну, короче, я там... Меня там нету, я не зарегена. Поэтому Wildberries. Всеми любимый. Я не могу открыть. Надо было сначала открыть. Короче, вот, открыла. Еще раз говорю. Не знаю, там говорила, нет. На Wildberries заказывала, так-то он рекомендовали нам это стекло. Смотрите, как все упаковано четенько, да? Вообще. Вовка увидит, по-любому с ума сойдет. Надо было сегодня ему увезти, чтобы он продавал его. У них, короче, там в школе ярмарка. Так, давай это все. На, вытащи это все. Дело. Так, это... О, нифига, оно какое крутое. 3D. Какое крутое, даже неохота пленочку эту снимать. Нет, это... А, это не стекло, что ли? Не, это просто вставка, ее надо выбрасывать. А. Да. Это как ты один раз стекло клеил. Капец, никогда не забуду. Взял пленку со стекла, снял и пленку давай наклеивать. Стекло взял, выкинул. И вот эту штучку надо заклеивать. Ну да. Вот, достаете эту пленку. Все остальное это выбросили. Ладно, все, обоссались от смеха. Опять? Опять обоссались. Этот чехол убирай. Нет, так все это, все так сделано грамотно. Салфетки какие огромные, не то что простой. Смотри, что происходит. Вот, вот, это что? Специальные штучки, чтобы наклеивать стекло. Так, на. Так, ну что первым делом делаем? Первым делом. Самолеты. Мы будем обезжиривать, протирать стекло. Вот, видите, она как. О, спиртом пахнет. Класс. Обожаю. Ой, молодость. Ой. Спирт рекой. У Олега сапоги резиновые горят. Горят, ага. Что-то сразу же в клуб захотелось. О, меня аж вштырило. Что, пойдем в клуб сегодня? Да там какая-то зараза ходит. Что-то я уже очкую. Мы как старые стали, пенсы. Раньше плевать было. Сейчас реально такая болезнь тяжелая. Так, видите, да, разводы остались, я их убираю. Все, все, вот, вот, все. Вот так, наверное, сделаю, чтобы ничего не поднимать. Пылюку. Так, ну что здесь у нас? Классная, да, красивая, согласитесь. Даже неохота ее убирать. Там, конечно, вот эти всякие приспособы есть, но я не умею ими пользоваться. Скажу вам честно. Так, максимально ровно надо все сделать. Сверху начни, наверное. Ага. Всегда так делаю. Как я тебя учил раньше. Кто бы говорил, который... Стекла выбрасывает, пленки клеит. Не смеши меня. Смотри, смотри, убери эту волосню, вон, видишь? Где? Нет, снизу она. Подожди. Волосня, видишь? Вот, а вот она, вот, с моих ногтей. Короче, по-любому я сейчас все запарю, это все видеосъемка. Это. Так. Ну все, все, пошло. Чё, как? Блин. Чё? Видите, да, как эти разводики такие собираются? Короче, так-то все ок. Это уже Олег. Всё виноват. Заморал, всё запачкал. Виноват Олег. Как обычно.
Если было бы все четко, или вина здесь. Все четко, а если с косяками, виновата. Так у тебя всегда так. У тебя научилась. Не, ну, в принципе, нормально. Вот чуть-чуть единственное. Видите, зазорчики чуть-чуть разные. Не, они должны быть так защищать боковину. Нет, я говорю, с разных сторон слева. Чуть-чуть у меня вправо ушло. Нет, самое главное есть защита. Можно, короче, брать сейчас просто топором вот так вот. Хочешь продемонстрировать? Давай. Что, продемонстрируем? Давай. Себе тоже купила, но наклею позже. Я же снимаю. Клево так. Вот это стеклышко. Стоит 300 с копейками рублей. Это лучше, чем простые стекла. Во-первых, оно 3D-шное. И во-вторых, оно более прочнее. Медицинское стекло, так-то оно называется. Видите, да? И у него толщина где-то вот здесь должно же быть. Сейчас прочту эти иероглифы. Переведу вам все здесь. 99% спирта, наверное, здесь. 3D вижу, ага, 3D стекло. Что, у вас салфетки, что? Ну. Ну, можно с собой в клуб их взять. Так, 3D стекло, 9H. Фу, скрин какой-то. Ойл. Масло. Масло, я поняла, что это масло. Так, автоматик. Какой-то автоматик. А, 0,3 миллиметра. Почему-то этот говорил, что 0,4 миллиметра. Обман опять. Ну вот. Так вот. Кстати, всех с добрым утром, друзья.